Они хотели, с меня добивались, чтобы я дал показания против Облязова, что эти видеоролик снял по указанию Облязова. И тогда они сказали, до Нового года мы тебя отпустим. Ты только скажи то, что мы просим. Покажи против Облязова, что это он сделал это все по его поручению. Я говорю, это если к этому видео никакого отношения не имею. И с Облязовым вообще я не встречался, его знать не знаю. Да, я поддерживаю программу ДВК, но это не преступление, потому что в программе ДВК говорится о боли народа, как поднять экономику, социальные вопросы поднимались. Из-за этого я поддержал программу ДВК. Разве это преступление? Я свою жизнь отдам за свою землю. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.